Тем временем глава нашего города предлагает северодвинцам активно подключиться к борьбе со слабоалкогольными коктейлями. В области стартует сбор подписей против розничной продажи сладкого спиртного. Напомним, эта инициатива появилась после того, как по решению Архангельского областного суда был отменен региональный закон. Он должен был установить полный запрет продажи энергетиков и коктейлей на территории Поморья. Молодые активисты Поморья намерены собрать 150 тысяч подписей, чтобы активизировать работу по принятию соответствующего федерального закона. Он внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы. В начале марта митинги в поддержку запрета слабоалкогольных коктейлей пройдут в Архангельске и Северодвинске. В Северодвинске работа проводится достаточно активно, и мы были одними из первых муниципальных образований, кто провел ряд мероприятий безалкогольных. И на сегодняшний день эта работа продолжается. В качестве примера борьбы с коктейлями под градусом глава города привел безалкогольные массовые мероприятия. Одним из таких стал последний звонок. К сбору подписей в поддержку запрета планируют присоединиться и работники городской администрации. В Северодвинске митинг пройдет 2 марта в 14 часов на площади Победы. В Архангельске 3 марта в это же время на площади Ленина. Массовые мероприятия санкционированы городскими властями.